Трахатоник от Аль Пачино. Чпокни и оторвись. Трахатоник и яйцебум. Уже сейчас в буфетах кинотеатров. 2013 году, когда Земля прекратила вращаться вокруг своей оси. Мир призвал на помощь единственного человека, способного все изменить. Жарища! Когда все повторилось, мир позвал его опять. Жарища 2. И никто не ожидал, что все это повторится опять. Жарища 3. Жарища 4. Жарища 5. И вот теперь тот, кому уже удавалось все изменить целых 5 раз, собирается сделать это еще раз. Но теперь все будет по-другому. Холодильник закрыть забыли. Так, Спидмен. Жарища 6. Глобальное потепление. Опять мир спасать. Опять мне. Этой зимой опять. А может быть, что-то еще? О да, мой мальчик, еще горошку. Бабушка, ой, я в шоке. Этим летом любимцы Америки, семейка Жердяев, возвращаются. Оу, тошнотка. Ты фигурки моей завидуешь? Мечтай. Джефф Портной. А также Джефф Портной в фильме «Жердяй». Пердофильм второй. А в некоторых странах это еще и комплимент. Ничего себе, все людям, нынешним летом. Не зарекаются пердя. В те времена, когда человек, не похожий на других, подвергался всеобщему порицанию, а всеобщее порицание обрекало его на смерть, нашелся тот, кто осмелился усомниться в правоте своего бога. От компании Fox Searchlight. Пятикратный обладатель премии «Оскар» Кирк Лазарус и лауреат премии MTV Movie Award в номинации «Лучший поцелуй» Тоби Магуайр. В фильме обладатели вожделенной премии Пекинского кинофестиваля «Рыдающая макака» «Переулок сатаны». Благословите меня, святой отец, ибо я шалун. Нынешней осенью.